Итак, всем приветствую. Значит, осталось усадить термоусадку. Значит, мне потребуется, естественно, фен строительный, Bosch, которым я постоянно все это делаю. Значит, одну и две на гнезде. Вот. Я скажу так. Вчера я тестил часы вместе с термодатчиком выносным. Разогрел я примерно iMac до 45 градусов в игре. Вот. Плюс запускал программы на Macintosh на самом. Плюс виртуальная машина. Плюс игра на самой Windows. Поэтому, да, кстати, еще куча была программ открыта. Поэтому можно было бы, наверное, градусов до 50 его разогреть. Ну, может даже больше. Скорее всего, что больше, потому как датчик не внутри стоит. Поэтому у меня фиксировалась температура почти 45. Вот. Ну, скорее всего, что она, наверное, была до 50, а может даже и больше. Вот. Пока нюансы еще. Дальше буду тестить. Может быть, в дальнейшем переставлю термодатчик вовнутрь iMac, но это будет все впереди, ребята, поэтому как-то так. Ну вот, сейчас постараюсь быстренько усадить термоусадочку благодаря фену и, в общем, продолжим. В общем, и продолжаем. Абдул, усадил я термоусадочку с одной и с другой стороны. Вот, теперь можно будет подключать спокойно наш блок питания. Значит, часы, естественно, стоят здесь. Вот, немножко повыше приподнял, то они немножко ниже были. Вот. Как-то так. Итак, ребята, продолжаем. Начинаю опять тестить, значит, чтобы это все дело заснять. Как видно, сейчас 29,5 это внешний, это самое, и 22,9 окружающая среда. Время сейчас 9:36. Значит, вот 22,9, 29,5. Запомнили? Значит, теперь у меня работает Macintosh, запущено приложение Safari. Значит, здесь стоит Apple, ну, сайт. Или давайте нет, давайте Яндекс, например, сейчас вот перейдем в Яндекс. Сейчас сделаем Яндекс, ребята. Вот так вот, хопа, и вот уже Яндекс. А здесь просто открыта папка приложения, вот она, пустая. Вот. Видно, да? Значит, и перейдем сейчас, ребята, на виртуалочку. Значит, вот уже 29,7 градусов. Видите, да, внешний это показатель самого датчика, это, видите, 29,7, температура растет. Значит, что дальше будем делать? Значит, мы перейдем, сейчас, аккуратно, значит, в меню, то есть виртуальной машины, параллельс, значит, откроем. Здесь у меня тоже два окна открыто. Первое окно, это которое управляет жестким диском, то есть диск C, диск Z, то есть и какие у меня подключаются устройства, открыл панель такую. Значит, и открыт, допустим, YouTube. Вот. Значит, это все на Windows. Значит, и мы сейчас сделаем очень просто, ребята. Мы свернем, наверное, окна раскрытые вот эти вот. Значит, и что мы видим? Уже 29,8 градуса. То есть температура растет. Значит, на самом деле где-то температура... Ну, а уже 30, ребята. Температура поднимается. Значит, что мы делаем, ребята? Самый простой вариант еще попробовать температуру поднять, чтобы зафиксировать. Значит, мы сделаем так. Немножко отодвинем. Ну и давайте, что у нас тут попродуктивней будет. Ну, давайте вот. Сейчас звука добавлю. Вот уже 32, две десятки там. Ну, правда, тут уже 23 градуса.
Ну что, уже 32,9 градуса, 33,1, 33,2, 33,4. Смотрите, как температура растет. Только я игру запустил и пошло. Так. Где-то 45,8, ребята. Нагрузка идет. 45,9. Переходим немножко в Mac. 46. Растет температура, ребята. Это хорошо, в принципе. Датчик работает.